Бишкеке проживает около 1 000 000 людей, но даже среди такого количества людей не каждый день можно встретить настоящих благородных жителей. Но пассажиры маршрутного такси номер 136 могут регулярно видеть водителя Алмаза Кубанычбекова, который бесплатно провозит будущих мам. Он рассказал нам, почему он не берет плату за проезд у женщин в положении. Мой зять тоже работал когда-то водителем, и он тоже бесплатно возил беременных женщин. Эта табличка, которая у меня в салоне, была в его машине. Я в детстве всегда с ним ездил, помогал ему. После его смерти я решил взять с него пример и возить беременных женщин бесплатно. Алмаз Кубанычбеков работает водителем уже год и оказывать такую помощь беременным женщинам начал с самого начала своей работы. У него своя семья, есть маленькая дочь. Также он отметил, что он не один такой, кто не берет плату у будущих мам. Помимо него есть и другие водители, которые также не берут плату с беременных женщин и пенсионеров. Алмаз Кубанычбеков рассказал про своего друга, который также бесплатно возит беременных. Мы с моим другом раньше вместе работали на линии 136 маршрута. Он увидел эту табличку у меня, и ему понравилась такая идея. Сейчас он вводит маршрутку номер 204 и тоже возит беременных женщин бесплатно. На работе Алмаза Кубанычбекова уважают и ценят его стремление помогать жителям и гостям столицы. Пассажир Кинже Байлинова отметила доброту водителя. То, что делает этот водитель, это большое дело. Помогает женщинам в положении. Вообще у нас есть хорошие, воспитанные водители, которые помогают людям. Алмаз Кубанычбеков отметил, что он планирует бесплатно возить всех жителей и гостей столицы в праздники Курманайт и Орозуайт. В день на солярку уходит около 1500 сомов. Это не так много, зато смогу помочь людям, отметил он. Алина Хайдаршина, Урмат Мамбиталиев, Пирамида.